УПРОПУПС. Главное управление по согласованию. Сквозь его дебри стараются протиснуть свое изобретение машину времени товарищи Чудаков и Велосипедкин. Товарищ Оптимистенко, мы идем к самому главначпупсу. К товарищу Победоносикову? Не треба. Чудаков. Чудаков. Какой Чудаков? Чудаков — это изобретатель. Изобретателей много, а главначпупс один. Зайдете в пятницу. Мистер Понткич, британский англосакс. И его переводчица, мадам Мезальянсова. Что делает жена, когда мужа нет дома? 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого вместо рубля 20-15 копеек. Шары колбаски, летай без опаски, берите, граждане! Thank you.
заброшен с молодых и ранних лет. Я остался сиротою, счастья доли мне нет. Я остался сиротою, счастья доли мне нет. А вот спички и лапшина горят, как солнце и луна. Кокус. Комиссия по культурным связям. И ее председатель Иван Иванович. Художник Бельведонский. Портретист. Баталист. Натуралист. Изволите взглянуть на вашу будущую мебель? Продемонстрируйте. Извольте. Как сказал знаменитый историк, стили бывают разных луев. Вот этот Луи XIV, XIV, прозванный так французами после революции 48-го года за то, что шел непосредственно после 13-го. Затем вот этот Луи, Жакоб. И, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мове Гу. Мистер Понткич. Плиз. Были в Англии. Я был в Англии. Удивительно, интересно, везде англичане. Я как раз купил себе кепку в Ливерпуле. И я осматривал дом, где жил Антидюринг. Известный в Лондоне филателист. Скон апель Марколюб по-русски. И он очень-очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Он очень-очень культурный и общительный человек. Vous comprenez? Надо открыть широкую компанию. Сотрудник. Сотрудник дореволюционной и пореволюционной прессы. Вот только революционное у него, понимаете ли, как-то выпало. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую компанию. Not Turpertil, I'd zwar is Betashen. Mm.
Моя идея грандиозна. Я заставлю время и стоять, и мчать в любом направлении, с любой скоростью. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français, наконец? Это утомительно очень. Я принуждена делать традюксьон с нашего на рабоче-крестьянский. Здравствуйте, дорогие товарищи. Нам очень нужен свой красный советский Эдисон. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мистер Понткич, такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал. Носатая сволочь, с нюхом. Not understand. Perpetual adversary is a petition. Мистер Понткич хочет сказать, что на его туманной родине все, от Макдональда до Черчилля, совершенно как звери, заинтересованы вашим изобретением. Ну, конечно, конечно, мое изобретение принадлежит всему человечеству. Раз в истории человечества. Отойдите. Отойдите. Включаю. Прыгайте, гагачите, смотрите на это. Это письмо. Это написано 50 лет тому вперед, понимаете? Тому вперед. Читайте. А чего читать-то? Это что, телефон, что ли, какого-то товарища Беде? Не Беде, а Буду. Они пишут одними согласными. 24 – это завтрашний день, 20 – это часы. Он, она, оно будет здесь завтра в 8 часов вечера. Для того, чтобы не убить идущие оттуда, немедля нужны люди и деньги. That's well right, Tom, is very, very less in the show, too, girl. Do you want червонцы? Червонцы?
Ему не нужны. Я только что для него сбегал в госбанк, пришел весь в червонцах. All right, goodbye. Я очень прошу вас, чуточку так-то. С вашими комсомольскими замашками назреет громадный международный конфликт. Да, нам нужен наш советский Эдисон. Скажите, у вас есть телефон? Ну, ничего, я скажу Никандру Пирамидоновичу. Это хорошо, что есть деньги. Денег нет. Я не понимаю, зачем же тогда хвастаться, тем более отказываться, когда делают солидные предложения со стороны иностранных. Вот хоть ты и гений, а дурак. Ты хочешь, чтобы твоя идея обжелезилась, влетела к нам с запада прозрачными командующими временами дредноутом, невидимо бить по нашим заводам и фабрикам? Как же это я? А ты сам еще к двери ведешь, обнимаешься. Дура! Я не его, я аппарат его обнимал. Браво, Велосипедкин. Пойдем, товарищи, возьмем их за воротник и заставим. Эх, я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы. Итак, товарищи, этот набатный, революционный, призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы свяжут площадь имени десятилетия советской медицины с бывшим оплотом буржуазии, сенным рынком. Кто ездил в трамвае до 25 октября? Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за 5 копеек. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники вселенной. И за сколько? Всего за 10 копеек. Алло? Товарищ Оптимистенко. С этим необходимо покончить. Мы идем к самому главначпупсу. Не треба вам его беспокоить. Усе в порядочке. На ваше дело имеется полное решение. Полное решение? Вот здорово! Сломили, значит, бюрократов. Ура! Раз, нахожу ваш ящик. Раз, хватаю ваше дело. Раз. Мы остановились на «Итак, товарищи». «Итак, товарищи», помните,
что Лев Толстой величайший незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров. Как большая художественная звезда, как целое созвездие. Как самое большое из созвездий, большая медведица. Простите, вы там про трамвай писали, а здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу впустили. Что? Попрошу без замечаний. Для самокритики вам отведена стенная газета. Ой, да не мешайте вы своими фантазиями нашей государственной деятельности. О, пожалуйте, валяйте, распространяйтесь. Позвольте мне продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора, администратора, а также распорядителя кредитов. Я сяду здесь за письменным столом, но ты изобрази меня ретроспективно, то есть как будто бы на лошади. Лошадь вашу я уже дома нарисовал по памяти. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Очистите мне линию вашей боевой ноги. Как сапожок чисто блестит. Прямо хоть лизни. На! Только у Микеланджело встречалась такая чистая линия. Анжелов, армянин? Итальянец. Фашист. Что вы? Не знаю. А он меня знает? Я не знаю, он тоже художник. А? Ну, он мог бы и знать. Художников много, а главнач Пупс один. Что? Смеяться? Да еще накрашенными губами. Вот! Под каждым ей листком был уже готов местком. Товарищ, да поймите же вы, если мы не вынесем опыт в пространство над городом, то может даже быть взрыв. Не угрожайте государственному учреждению. Да пойми ты, дурья голова! Попрошусь не упирать на личность. Личность в истории не играет особой роли. Одну минуту, товарищи, придется прервать наш фильм по независящим от нас обстоятельствам. Сам товарищ Победоносиков решил посмотреть отрывок из нашего фильма. Пожалуйста, товарищ, проходите. Пожалуйста, пожалуйста. Сгущено все это. Не бывает у нас таких. Не натурально, не жизненно, не похоже. Баня. Что такое баня? Кого она моет? Баня моет, просто стирает бюрократов. Баня агитирует.
за горизонт, за изобретательскую инициативу. Это надо переделать, смягчить, апоэтизировать, округлить. Но, товарищ, позвольте. Не позволю. Это нас даже дискредитирует перед Европой. Это вы не переводите, пожалуйста. All right. Он только что поел икры на банкете. И теперь дремлет. Товарищ, не поймите нас плохо. Мы хотели наше искусство поставить на службу борьбы и строительства. Посмотрят и заработают. Посмотрят и взбудоражатся. Посмотрят и разоблачат. Это ваше искусство не для масс, и рабочие крестьяне этого не поймут. И хорошо, что не поймут, и объяснять им этого не надо. Да-да, искусство должно изображать красивую жизнь, красивых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах. И вообще буржуазное разложение. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Да-да-да, сделайте нам красиво. Вот в Большом театре нам постоянно делают красиво. Там везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы, цвельфы и сифилиды. Сильфиды, вы хотели сказать? Понятно, доступно и мне, и Ивану Ивановичу, и массам. Да-да, удивительно интересно. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую компанию. Ну, спасибо. До свидания. Не хочу опошлять и утяжелять впечатление после такой изящной концовочки. С товарищеским приветом. Ха. Как фамилия этой куколки? А? Очень красивое и нежное дарование. Надо открыть широкую компанию, а можно даже и узкую. Ну так я и она. Уезжаешь. А как же я? Я же знаю. Ну, видела, тебе принесли 2 билета. Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Я тебе не за горать еду. Я всегда обдумываю текущий момент. А потом там доклад, отчет, резолюция, социализм.
По моему общественному положению мне законно присвоена стенографистка. Когда я твоей стенографии мешала? Смешно. Ну чего ты меня обманываешь? Пусти ты меня ради бога и стенографируй. Хоть всю ночь. Смешно. Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками ради бога. Шш, внизу живет Козляковский. Он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьевичем. Нажимай, товарищи, нажимай! В нашем распоряжении минуты. Несчастье будет непоправимо. Тяжесть машины увеличивается с каждой секундой. Я почти могу поручиться, что в машине материализуется постороннее тело. Спрятать револьвер. Помни, он заряжен. И чтобы выстрелить, надо только отвести вот этот предохранитель. Прощай, Полечка. Привет, товарищи! Я делегатка 2030 года. Я включена на 24 часа в сегодняшнее время. Срок короткий, задание чрезвычайное. Мандат? Правильно. Даны полномочия отобрать лучших для переброски в коммунистический век. Что делается-то, Господи, что делается? Я требую пропустить меня вне очереди. Мне надо в связи с переброской выяснить и оклад, и квартиру, и прочее. В чем дело, гражданин? Не треба вам ее беспокоить. Товарищи, мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие туннель, пока не встретились сегодня. Я с удивлением смотрю на гиганты стали и земли, благодарная память о которых
и сейчас высится у нас образцом коммунистической стройки и жизни. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой. Но я рада сказать вам о вашем величии. Товарищ, простите, я вас перебью. Год назначения. Быстрота. Направление – бесконечность. Скорость – секунда – год. Место – 2030 год. Приступайте, товарищи. Подчиненный товарищ оптимист Инком, вопрос касается важнейшей вещи о поездке моей ответственного работника во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку. Отказать нежизненно. Кто же согласится ездить в командировку, когда ему за 100 лет суточных треба, а ему секундочные выписывать будут? Прием закрыт. Приходите завтра. Какой прием? Какое завтра? А вы эту глупость снять забыли. Как старший товарищ должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит, Чудаков, должно быть, пьет. Ну, какое вам дело? Работают зато. Я тоже зато, но я зато не курю, не пью, не даю на чай. Это то, что вы не-не-не. А есть что-нибудь, что вы да-да-да? Да-да-да, ну да. Директиву провожу, резолюции подшиваю, связь налаживаю, прогнозы плачу, подписи ставлю, печать прикладываю. I say begemot, dive dog, leg is bit, stomach sneezes, my purchasation. Мистер Понткич хочет сказать, что он может по сходной цене скупить все часы. И тогда он поверит в коммунизм. Понятно и без перевода. Товарищи, приходите вовремя. Ровно в 12 часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени. Взрывайся, песня рей моя, над маршем красных рот. Вперед, страна, скорей моя, пускай старье сотрет. Вперед, время, вперед, время, время, вперед! Наляг, страна, скорей моя, на непрерывный ход. Сильней коммуна, пей моя, пусть вымрет быт урод. Вперед, время, вперед, время, вперед, время! Вперед, время, время, вперед, вперед, вперед. Товарищ Двойкин, щиты ослабляющие ветер ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости. Проверьте рессоры. Смотрите, чтобы не трясло на ухабах праздников. Пройдем плавно, только бы не валялись водочные бутылки на дороге. А, ничего, питья хватит. Товарищ, я вас должен конфиденциально спросить, буфет будет? С едой перебьемся. Которое местечко-то? Оп.
прошу без замечаний. Я могу спросить дополнительный вагон бис, но я не спрашиваю, сообразно со скромностью в личной жизни. Звонка еще не было, можно давать. Сразу второй. Где портфель с монограммой? Пожалуйста, не шипи. Я прибирал дома, вижу, забыл. Думаю, важное. Смешно? Прощай, Поля. Когда я устроюсь, я тебе буду присылать треть чего-нибудь. Товарищи, мы мчим вперед, прервав одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны. Радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать. Товарищ Чудаков, готово? Thank you.
и вы, и автор. Что вы хотели этим сказать? Что я и вроде не нужны для коммунизма?